В Якутске на сцене Сахатеатра выступила Надежда Ангарская с концертной программой «Я просто женщина». Концерт состоялся при поддержке Министерства культуры Якутии. Со своей командой профессионалов они зажгли вечер в прямом смысле слова. А Министерство культуры подготовило сюрприз для Надежды. Ей вручили почетный знак «Отличник культуры Республики Саха-Якутия». Она была очень удивлена и безмерно радостна таким событием. Надежда – известная якутянка, КВНщица нюрнгринской команды «Дежавю», участница шоу «Камеди Woman», певица и актриса, родом из города Мирного, где она накануне выступила с концертом. А уже завтра Надежда Ангарская отправится туда, где выросла, в город Нерюнгри. Ну ладно, что, мы готовы продолжить? Нет, мы не готовы продолжить. Надежда, для тебя сюрприз. Какой сюрприз? Вот такой сюрприз, дорогие друзья. На сцену приглашается заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, заслуженная артистка Российской Федерации Марина Владимировна Силина. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия наградить почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» Ангарскую Надежду Викторовну.